Мам, а можно я сегодня твое платье надену? Сегодня можно. Мы решили вас направить на 6-месячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Война не место для женщин. Если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, то тебя убьют. Люд, я... Кто пойдет по свету одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю. Улыбайтесь, повлечем. В строю. Улыбайтесь. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Война — это не только смерть, это еще такая жизнь. Но мы отступаем. Понимаете, отступаем и несем огромные потери. И завтра этими потерями будете вы. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Надо верить, что не убьют.